одной стороны, магия — это развитие определенные данные, которые нужно использовать в правильном русле. С другой стороны, это ритуалы и бред, работа с низкими вибрациями. Что выбирать, какую магию? А вы понимаете, что слово «магия» в данном контексте я произношу в кавычках. Это знание, знание и понимание природы, вещей, стихий, стихий, артефактов, их предназначение и их значение, понимание религии и много чего другого. Чтобы собрать полный пазл, нужны большое и глубокое изучение языков, религий, артефактов, знаков, математики. Многое другое. Это глубокая наука, которую надо изучать, но намерение, безусловно, играет свою роль. Если это связано, например, с тем, чтобы вызвать дождь в пустыне, это одно. Но если это связано с тем, чтобы из зависти кому-то нанести вред, это совсем другое. То и другое называется магией. И другое работает на сегодняшний день на планете Земля. Это зависит от развития души, развития технологий, желания, также чистоты души. Ведь дождь в пустыне не всегда нужен. Абсолютно. И имеет определенные последствия. Так и есть. Благодарю вас за это. Очень интересное разъяснение, уважаемый куратор Томми. Перехожу с вашего разрешения к следующему вопросу. Пятый. Мы остаемся в прошлых жизнях. Кем я был в прошлой жизни? Много непонятен вопрос. Также был с собой. Душой сплеет. Хорошо, я переформулирую. Уточните вопрос. Я переформулирую.